Приветствую всех, кто смотрит. Итак, кастовый флиппер как-то не зашел, поэтому, наверное, вернемся к более старой версии, так сказать, уже классической, а именно House Flipper. Игра в том же духе, то есть предстоит реставрировать старые здания, чистка, уборка, покраска и так далее. Наверное, начнем новую игру. Так, музыка немного громкая. Прибрать, наверное, надо. Пойдет. Итак, начнем, наверное, новую игру. С самого начала. Так, некоторые DLS у меня установлены. Так, а именно. И апокалипсис, киберпанк, еще есть дополнительное, это уже ладно, начнем новую игру. Грузится. Итак, привет. Приветствуем тебя, House Flipper. Хочешь ремонтировать, обустраивать, продавать обновленные дома. Но пока придется довольствоваться этим сараем, который, по сути, является твоим офисом, ну, буквально, центром управления. Поехали. Да, так, новые заказы. Заказы разблокируйте отдельные инструменты. Что у нас есть? Какой бардак? Нужно убраться, да. Здесь перемещаться куда-нибудь можно. Так, полоть сорняки. Фонарик есть? Или нету? Так. Передвинуть дорожку можно. Так, что-то там понажимал. Ладно. Уберем мусор для начала. Да. Хламу. Это старое, разбитое вдрызг. Так, мусор выкинули. Ноутбук позволит принимать заказы. Уже видели. Это все будем ремонтировать. Продавать, выкидывать. Покупать новое. Да. Сортир. Здесь что-то можно повесить. Ладно. Наверное, начнем с заказов, поскольку у нас... Так, тут чуть черное. Выбросить посуду, ну, можно в принципе куда-нибудь. Так, вроде хлам весь выкинул. Ладно, поехали. Что дают? Это покупка домов. Почти только сад. Да. Это новенькое что-то. То есть тут каждый дом можно купить, отреставрировать и продать. Займемся позже имеющиеся. Наша барка вот эта самая. Так, почта. Входящие. Пиши, вынес из моего дома батарею. Тема, здравствуйте. Хотел бы поручить вам в вашей фирме работу по наведению порядка в доме. По фотографии
Мой бывший из мести вломился в квартиру, устроил бардак, вынес батарею. Возможно, пропало еще что-то. Наведите порядок, недостающее оборудование. И сообщать об всей этой ситуации. Разберусь после возвращения. Так, до свидания и так далее. Принимаем заказ. Двери будут, наверное, довольно длинные. Так, получил швабру. Разблокировал новый инструмент. Убирать грязь, используя швабру, поэтому не могли убраться у себя. Круговое меню довольно удобное здесь. Так, выкинуть мусор. Это все задания идут на время, то есть для получения ачивки можно... Это все на время. Какой бардак? Еще есть. В каждой комнате учитывается твое количество грязи, хлама и так далее. Так. Планшет. Взять себе спрятать табом. Покупки. Итак, для начала очистить грязь. Мини-карта показывает не все. Необходимо будет разблокировать плиту и стены шваброй. Так. Планшет пока не надо. Доступен новый навык — уборка. Но это прокачка идет. Прогресс состояния. Мусор 93%, грязь 76%. Так, а мусор убран. Грязь 98%, где-то еще есть. Так, есть. Комнату очистили, установить устройство. Пошли в следующую. Есть. Так, грязь вычищена. Это рисунок такой. Можно поднять, поставить нормально. Ломано, починить не можем. Так, батарея. Батарея, дайте батарею. Так, установка устройства. А обычную возьмем, маленькую. А, это не то. Это не то, так. Да, нет, так, магазин. Заборы. Установки, вот что нам надо. Потому что там, по-моему, есть, вот они, это... Точки подключения. Вот сами устройства, да, батарею. Только как-то она не ставится. Купить и установить. А, все правильно. Установка. Это все надо подключать. Не быстро, но можно будет ускорить.
Готово. Заказ завершен. Так, все задания выполнены, можно завершить заказ. Теперь можно своим помещением немножко заняться. Швабра у нас есть. Но это все, что у нас есть. Пятна могут быть не только на стенах, но и на потолке. На всех поверхностях. Паутина, пятна. Пока я не вижу. Не очищается. Пока больше ничего не можем. Ладно, следующий заказ. Потихоньку будут разблокироваться инструменты новые, а также прокачка умения. Уборка 1 очко. Покраска, ремонт, разгаром. Строительство. Мини-карта. Берем. Было виднее. Вот теперь видим, сколько там грязи. Но это еще не вся грязь. Уберем позже. Не вижу. Вот половичком. Так, это снаружи еще. Не убирается. По карте есть. Так не чистится. И все. Большую часть убрали. Ладно, следующий заказ. 3 заказа. Так, порядок в гараже. Еще батарея. Гравий, пара кустов. Порядок в гараже. Короче говоря, нужно навести порядок в гараже. Выбросьте, пожалуйста, все коробки, мусор, старые покрышки. Вымыть окна. Инструменты лучше не трогать. Погнали. Так. Нам в гараж. Можно, наверное, пройти отсюда, да. Двери открываются. Сколько тут хлама. Погнали выкидывать. И весь хлам долой. Так, это не хлам. Так, очко умений. Велосипеды куда-нибудь. Так. Так, грязь внутри. Дать швабру. Карта показывает не все.
Надо вычищать. Есть. Помыть окно. Новый инструмент. Есть. Достаточно на 90%. Отлично. Заказ завершен. Еще 470 баксов. Так, фотографии можно делать. Так, дальше. Ну, пока своим домом заниматься не можем. Нужно еще нужные инструменты. Это нужно. Так, для начала. Уборка. Дайте еще карту. И переговоры, требования заказа. Договориться о цене, платежи больше. Давайте. Остальное пока ничего не можем. Следующий заказ. Батарея. Берем. За что заплатить-то? Доволен всем, или не плачу совсем. Зима близко. Зима суровая, дома нет батарей. Погнали. Здесь гнаться ни зачем не надо, никуда. Так, где что? По карте смотрим. Там нету батареи. Установить устройство батарея, а сразу показывает. Только почему он двигает? И так как надо, ладно. То есть она должна монтироваться на точке, которые есть. Опа! Не туда нажал. Когда промахиваешься, получается вот такое вот. Тут батарея есть. Тут нету. Чем-то двигается. Так, попробуем сюда вот. Да. Она должна монтироваться уже на готовые точки. А ее почему-то можно двигать. Кстати, еще и самому выбирать точки. Так, есть. Далее. Здесь не нужно. Здесь два устройства. Раковина. И сушилка. Заглушки долой. Установки. Автоматически выбирает. Вот. Там есть точки остановки, она должна туда монтироваться. Она почему-то вмещается. Опа. Не туда нажал, вода потекла. Ладно. Вытрем.
А не указано? Не указано, что где-то что-то протекло. Сюда раковину, да самую обычную. Тоже двигается. А, здесь почему-то течет. А, отсюда и потекло наверняка. Глючит, глючит. Вроде бы и не должно. А оно глючит. Не просто прилепить, еще все соединить, подключить. Готово. Грязь оставлять не надо. Не показывает почему-то эту грязь. Ладно, закончим заказ. 100% выполнено. Так, продолжаем. По заказам. Денег у нас 32 тысячи. Купить ничего и пока не можем, да? 35 тысяч дом стоит. Но пока не надо. Так, гравий, пару кустов от садоводства. Берем. Так, дома приватный стоматологический кабинет. Могу справиться с дырками в зубах, но с дырками в земле и кустами не очень. Засыпьте гравием, другим все сорняки, газон перед домом. Что-нибудь посадить? Поехали. ДЛС сад поставил недавно. Так, ландшафтный дизайн. Поехали. Так, что надо? Новый инструмент. Садовый шланг. Так, 4 грядки есть. Что еще есть? Пройти нельзя. Так, прогресс. Какой прогресс? Сорняки. Не указано, кстати, где. Приходится так искать. Так, сорняки убрали, что-то там прокачали. Так, состояние. Убрать сорняки 85%. Еще где-то есть? А, здесь? Здесь 85%. Не вижу. 92. Еще где-то есть? Готово, здесь. Сорняки 88. И здесь 71%. Где-то что-то осталось. Чисто. Так. Гравий одноцветный. Здесь также. Гравий двухцветный.
Интересно. Пойдет. Ага. Это делается так. Есть. Так, тут. Тратятся денежки, конечно, на это все. Так, лишнего, по-моему, сыпанул за забор. Он пойдет. Здесь гравий двухцветный. До забора. Пофиг. Засыпем все. Туда пролезть нельзя, здесь тоже двухцветный, ну здесь поменьше можно. Да, приходится подстраиваться. Готово. Может, конечно, и дальше. А, нет, еще надо 73%. Издеваетесь? Так, давай не зависай. 96, больше надо. Есть. Засыпали. Дальше. Посадить растения. Кустарник хвойный. Так. Что возьмем? Вот эту елочку. Так, теперь раскопать. Thank you.
Так, достаточно. Так, парить. Готово. Следующий. Такую же возьмем. Так. Не желает, глючит. Достаточно. Два. Три. Куда еще? Да вы издеваетесь. Издеваются. Да, по карте можно смотреть куда. Немножко не туда, да и ладно. Главное, чтобы было. Так, и еще. А, он по центру становится автоматически. Или нет? Да, автоматически по центру. По карте-то можно он двигать. Удерживать надо. Готово. Все задания выполнены. Так, 1800 баксов. Что дают? Прокачки. Так, садовник. 2 очка. Посадка быстрее. Триммер для травы. Траву видно на мини-карте. Дайте-ка лучше инструмент. Еще есть. Платежи за заказы. Давайте. И мастер на все руки. Сборка быстрее. Давайте. Быстрее крутить. Следующий заказ. Уже 5. Так. Убрать кусты. Это к рождению новая стена. Это дает, открывает строительство. А это открывает покраску. Поехали. Думаю, что мне хотелось бы придать достаточно простому домику. Недавно небольшого, больше артистичности. Я хочу покрасить часть стен в гостиной алым цветом. Остальные стены красить их в серый цвет. Да, почините, пожалуйста, испорченные розетки. Так, погнали. Покраска. Поначалу будет довольно сложновато. Так, получил кисточку. Новый инструмент. Красить стены. Поначалу с покраской будет не очень. Так, тут что у нас? Розетка. Займемся. Разборкой.
Также лучше не промахиваться. Иначе искрыть начнет. В волевом порядке можно. Главное, мимо не ткнуть. Закончили, где еще розетка есть? Душевая, ванна, так, тут. Детская комната. Ничего нет заданий. Заданий нет. Покраска в цвета. Малиновое приключение и серый. Так, розетки. Тут. Отремонтируй. А, где-то розетка убитая. Монтируем. Заданий больше нет. Тут. Гостиная с элементами кухни покрасить. Два цвета дайте краску. Автоматически выбирает. Так, ну большую банку надо. Поехали. Так, продажа предметов есть. Вот теперь можем у себя там все к чертям все продать. Старый хлам. Это стена. Наверное, будет серая-серая, красная-красная. Тратить краски слишком много. Зашкаливает, по второму разу красит. От этого нам не надо. Поэтому поначалу будет сложно. Большой расход. Первое, что нам нужно будет, экономия краски. Не хватило. Так, эта стена будет серая. Доступен новый навык. Давайте. Покраска. Так, не тратишь краску на покраску стены. Покраска быстрее. Две стены одновременно. Вот что надо. Не трать краску. То есть теперь... Да. Все, больше не красит. То есть... По второму кругу уже не красит. Расход краски сразу же уменьшился. Можно просто держать, не следить за этим кружком. Так, готово. Идет прогресс общий по покраске 36%. Здесь двойная.
подоконником можно красить, но... То есть не вертикальную, а горизонтальную поверхность под самим подоконником, но... не нужно. Вот такое, по-моему, уже внимание не обращает. А вот на эти, на боковые поверхности, обращает еще как. И скажет, где-то что-то не докрасил. Потом попробуй найди где и что. Хватило этих банок. Можно зажать мышку и переключить на две сразу. Нет, не красит. Это надо навык. 2-3 стены одновременно. Так, новое очко умений дайте. Расход краски меньше, покраска быстрее не надо, две стены одновременно, вот что нам надо. Давайте. Дело пошло шустрее. А дальше уж будем расход уменьшать. Главное, чтобы краски хватило. Придется другим цветом добивать. Готово. Так, продать можем? Продать 18 баксов. 9 баксов. Остатки. Закончили эту миссию, задание. Так, лопату, чтобы избавиться. Савин. Крот будет делать новое, пока ты его не найдешь. В окрестностях поселился крот. Ну, за кротом бегать пока не надо. Так, что еще есть из очков опыта? К нам бы... На мини-карте все загрязнения. 171. Выбросить мусор. Ладно, сделаем. Следующее. Так, подготовка. Рождение нового члена семьи. Так, жена теперь в хлоптах. Без понятия, чем заняться сначала. Так много вещей еще нужно сделать. Мы же знаем, что это будет девочка. Мы купили прекрасный маленький домик. К сожалению, там следует хорошенько убраться и подготовить комнату для ребенка. Так, и так далее, и так далее. Погнали. Так, покраска. Купить, установить предметы. Да, на картинке был срач. И он тут есть. Дверь лучше закрывать, чтобы было видно, где там что. На самих дверях мусор выкинули, грязь. Очистить, помыть окно, покрасить. Эти предметы поставить.
Для начала займемся мусором. Тут что есть. Все. Здесь. О, бардак и срач. Бомжи жили, наверное. Тут. Помыть окно, убрать мусор, очистить грязь. Так, выкинули. Начнем. Махать шваброй. Эти потеки тоже надо. Карта вроде как чистая, но она показывает еще не все. Устанавливать тут ничего не надо. Следующее помещение. А на самих дверях пятен. Пятна плохо видны. Иногда пятна бывают и за этими полочками, то есть необходимо убирать, двигать. Все чисто. Чисто. Следующее помещение. Вроде как чисто. Помыть 4 окна. Давай не тормози. Инструмент бы побольше, пошире. Поширее. Это все тоже прокачивается. На улице уже вроде как темнеет, тут время суток меняется. Фонарь не нашел. Не нашел фонарик. Инструменты. А ладно, потом посмотрим, хотя... Так.
направление. И мини-карта плюс-минус. Инструменты. Косилкой. Выровнять. По левому шифту. А где фонарь-то был? Фонарик. На F. Угу. Фонарик есть. Так, помыть окно. Нажал и L. И V. На F. Тут закончили. Дальше. А тут что такое? А, это там уже, наверное. В этой комнате. Так. Хлопаем дверью, смотрим по мини-карте. Вроде грязь не перемещается, значит, на двери ее нет. Двойной, то есть на полу отдельно, на стене отдельно пятна. Тут что, за кроватью? На подоконнике. Есть. В основном помещению, где основной закат, еще даже не приступали. Вот такая медитативная игрушка. Так, тут. Эй, пустите. Чисто, тут чисто. Погнали в основной срач. Навыков пока нету для мини-карты. Так, где еще? Вроде как все. Далее. Помыть окна. Так, новый навык. Что дают? Уборка. Видны все загрязнения. Пойдет. Вот теперь видно все. Но вроде как убрали все. Пригодится в нашем офисе засранном. До самой крыши. Срач убирать еще придется. Так, покрасить цвета. Пастельно-розовый. Дайте краску. Большую банку,
Одной наверняка не хватит. Вот теперь надо давить на расход краски. Быстро кончается. Три стены пока не можем. Процентов покрашено. Что там? Булькнул. А прогресс состояния. Можем завершить заказ уже. То есть минимум сделали. Внизу справа отображается общее состояние, общий прогресс. Краска не бесконечная. Скоро кончится. Все, краски больше нет. Дайте еще краски, маленькой хватит. Банки. Надеюсь. Это тоже новое, раньше нельзя было. Выбирать размер банки. Готово. Покрашено. Далее. 5 предметов. Детская кроватка, стеллаж. Так, пеленальный столик. Что-то такое там, так. Пойдет. Куда-нибудь в угол. Что еще есть? Расставить.
Предметы так. Стеллаж. Не особо важно как, но все равно. Так, два пуфика. Пойдет, заказ готов. Возвращаемся в свой сарай. Так вот, теперь можем избавиться от всех пятен. Так, это показывается не только то, что есть в доме, но и то, что снаружи. Так, эй. А при чем тут шланг? А, вот как оно. А. Кротовые... От кротов надо будет избавляться. Вот это очистить можно, да, водой чистится. Здесь можно что-нибудь посадить. Да, раньше чистилась щеткой. Так, ну вроде все почистил. Что еще есть? По сорнякам пока ничего. А можно все это выпалить к чертям. Крапиву повыдергивать. Так, очко умений. Дайте. Не зря. Так. Посадка. Триммер. Высокую траву. Видно. Выдергиваем нафиг. Потом можно и косилкой пройтись. Это чисто для прокачки можно это все поубирать.
Внешние стены тоже можно будет изменить потом. Ну, в смысле, не дом расширить, а поменять эту обшивку. Да? Найти крота надо будет. От крота должно быть что-то. А вот крот. Эй. Прогнали? Надеюсь. Еще умение. А, нет, не прогнали. И как эту падлу прогнать? Так, все кротовые норы исчезли. Еще появятся. Так, что дают? Ктеример, лопата более эффективная. Топор. Копание, сорняки. Давайте. Темнеет между тем. Так, тут вроде больше ничего не осталось. Так, пошли, наверное, сделаем следующее задание. А это все, этим всем займемся позже. Хламом. Что дают? Убрать кусты. Новая стена. Поехали. Построить дополнительную стену в доме. Дочери, я боюсь, что это подходящий момент, чтобы своя комната. Разделите спальню на два помещения. Обе комнаты должны иметь двери. Новую кровать. Погнали. Да, довольно длинная серия получается. Ну и ладно. Карта. Не хочет. Так, вот линия. Это снести. Инструмент не особо, но разрушение будем прокачивать. Давай, падай. Thank you.
стену снес. Вроде все. Так, дайте инструмент хороший. Разгром. Сила увеличена, разборка быстрее, молот получше. Продать предмет. Кроватку. Долой. Далее, стена. Дать стену. Так, призылки, стены. Так, оно не по линии тут, по-моему. Дальше. Выложить все это. Красная в углу. Розетка, по-моему. Какая новая очко умений. Дайте стены. Быстрее строительство. Построенная стена уже покрашена. Строительство быстрее. Давайте. Отлично, стены есть. Далее. Купить предмет. Для начала переместить. Убрать все отсюда. Задание. Дайте кровать. Так, там какой цвет-то был? А, такой. Пример такого же цвета, хотя здесь нет такого. Тут такого нету. Готово. Что еще? Где-то что-то еще? Розетка. В принципе, фонарь не нужен, можно даже свет в комнате включить. Все, но где-то что-то еще есть. А где и что? Подвал. А, розетка.
или что? Да, розетка. В подвале. Отлично, все завершено. $5000. Так, тут. Тут даже не знаю, стоит ли заняться или позже. Примера нету, есть разнос. Ладно, беремся за следующий заказ. Пена. Так, ванная комната и мастерская. Вот это тоже полезно. Для начала, наверное, займемся кустами. Сорняки. Сорняки – локальное средство от сорняков. Очень успешно, хорошо, что сделал так в одном месте. Жаль, что у ворот растения полностью выдохлись, выглядит жалко. Уберите, пожалуйста, на их место, положите красивый газон. Косить траву в саду. Так вот, наверное, дадут. Триммер. Травы. Новый инструмент. Косить траву. Так, сорняки. Косилка. Так, где что, вот здесь, да? Продать предметы. Все верно. Так, 1-2 площадка. Покосить газон. Этим занимались. Фермер династии. Так, здесь. Примерно тем же способом. Есть, да? 29%. Издеваетесь? Где у вас еще газоны? Газонов тут оказывается. Так, все. 61%. Мало. Так. Гриль. Бассейн. Не улететь в бассейн, хотя здесь не улетаешь. Все. Так, покосили газон. Что еще надо? А, траву купить. Газонную траву. Дайте.
Размер М. Мало. Размер L. Так, а что и не используется? R. Не хочет. Нельзя положить газон на эту поверхность. Почему? Почему? Не нравится. Широкие, может, слишком. Он раскатываться должен. Вот так. Так, сколько тут? 44%. Не хочет. Широкий, наверное. Маленький. Так, 88% мало. Девяносто семь, где-то еще. Да, 100%. Так, тут. Так и не положил. Дайте маленький. Да нет, слишком маленький. Это 8%. Есть. Раскатали. Заказ выполнен. 1200 баксов. Ну, на все, что покупаю, трачу собственные средства. Далее, что умеем? Так. Ломать, строить, продавать, красить, чистить. Это там что-то есть заблокировано, а плитку класть не умеем. Вот сейчас и займемся. Так, газон-бассейн. Из DLC. Заняться стеной. В принципе, можно. Так, дополнительная ванная комната, вот что нужно.
Добрый день, купил большой дом, в котором очень уж не хватает второй ванной комнаты. Спустя неделю проживания, я знаю, что больше не выдержу. Возле кухни есть помещение, идеально подходящее для ванной. Имеются даже необходимые кабели. Надо будет покрасить стены в спальнях. Большой заказ, но берем. Не все инструменты еще открыты, чтобы заниматься собственным домиком. Так, уничтожить стены. Поехали. Дверь тут не нужна. Дверь мы продадим. Это тоже снести. Дверь продать. Многие не знают, что с этими дверьми делать. Двери просто продаются. Лишнее. Главное, лишнего не грохнуть. Так, разгром. Дайте. Молоток побольше. Так, все, вроде как. Стены снесли. Далее. Ложи. Так, продать. Уложить настенную плитку. Керамическая настенная, серая и серая. Там разные есть. Напольную плитку серую. Так, напольная. Напольная укладывается сразу. Так, настенная. Две разные такие. Одной хватит пока, вторую. Так, плитка. Плитка и панели. Вот как раз панели понадобятся для внешней обшивки. Так, где что будет? На эту стену, наверное. Вот эту. Брать по одной можно. Теперь уже можно и своим домиком заняться будет. Инструменты практически все есть. Не сюда, да, или сюда. Да, эта стена пойдет той же плиткой, а те две стены другой. То есть почему? Потому что здесь душевая встанет.
Дайте еще плитку. В таком вот духе. Но это даже поинтереснее, чем Castle Flipper. Более попроще, попривычнее. Тоже можно отнести даже к классике. Так. Следующий. Да, серия получается длинная, но так оно и будет, когда у нас были короткие. Неторопливо, медитативно. Так, новый навык. Очко умений, дайте. Так. До трех плиток. Вкладывай на 25% быстрее выравнивание. Сборка. Дайте вот, вот это лучше. В данный момент более актуально. Две осталось. Прогресс. Это не считает. Да, тут не считает. Но должно хватить. Не хватило. А ладно. Еще купим. Закончили. Лишнее продать. Далее туалет поставить. Спальня, что там покрасить? Комната. Прикольный. Ладно, вам такого хватит, стандартного. Тоже двигается, блин. А, тут не надо ничего собирать. Быстро ставится, далее. Раковина. Раковину возьмем. Немножко другую, вот это будет.
Зеленая. Нафига зеленая? Дверцы, столешница. Зеленый, серый. Тоже надо устанавливать, не просто так поставил. Еще и подключать. Так, есть душ. Душевая. Так, ну, наверное, такой пойдет. А что, не ставится? А, понял. Что, не ставится? Отвинтить надо сначала. Заглушки. Монтируем. Ой. Да, придется убирать потом. Течет, зараза. Ручки, дверцы. Забыл уж порядок сборки очень давно. Не играл так. Чего, бро? Купить предмет. Что-то еще сюда надо? Зеркало. Так, кстати, душ открывается. И зеркало пойдет. Так, здесь готово. Далее. Что где еще? Так, покрасить. Покраска. Большую банку. Банку перетащим в другую комнату. Там вроде такой же цвет нужен.
задание можно завершать, но не нужно. Еще не готово. Шустрее пошло, когда не надо следить за расходом на каждую полоску. Еще сюда не хватит. Есть. Так, где еще что? Тут ничего. Тут покраска. А, другая. Другая краска. Одной, наверное, мало будет. Посмотрим. Еще прикольная такая вещь. Можно купить одну банку нужного цвета. А вот все остальные, неважно какого. То есть, краски набрал, кисточка полная. Просто макнул в другую краску, она полностью все меняется, перекрашивается. То есть, остатками какие-нибудь можно наполнять кисточку, а потом, так сказать, в нужный цвет ее. Поэтому продавать все оставшиеся банки, если красить приходится много, не нужно. Можно эти ненужными цветами будет добить. Так, что дают? Расход краски. Покраска быстрее, 3 стены. Расход уменьшить надо. А дольше хватать будет. Одной из зарядки кисточки. Так. Да, вряд ли хватит. Thank you.
Этой банки может не хватить. Хватило. Так, еще где-то что-то есть? Что еще надо? И где? Тут ничего. Тут ничего. Здесь ничего. Ничего, а где? Где что не сделал? Так, покрасить в два цвета. Все. Вот сейчас добьем красочку. Два цвета. Берем большие банки. Малую можно. Совсем маленькую можно. Раз, поменяли цвет. Так, два окна. Как правило, стены с окнами красят более темный тон, а напротив более светлый. Либо наоборот, забыл, не помню. Стены с окнами в более светлый, а напротив в более темный. Ну так, чтобы выровнять, так сказать, освещение в комнате делается. Туда, куда падает меньше света, в более светлый цвет. А там, где много света, наоборот, потемнее. Без расхода нужной краски. Большую мог не брать. Добили банку. В углу будет не очень. Тут, если что, есть лестницы и леса. Стремянки для внутреннего использования, леса для наружного. Залезть можно куда угодно. Так. Другой цвет.
Расходуем из большой. Такая вот хитрость с краской. Набираем эту, перекрашиваем. Когда продаешь остатки, там, за куда меньшую сумму. Небольшой лайфхак по покраске. Именно в этой игре не вздумайте так делать в реале. Так, туда не доберусь. Или доберусь? Нет, стремянка не понадобится. Где еще не докрасил? Готово. Завершаем заказ. Так, 8500 почти. Неплохо. А вот теперь можем заняться собственным помещением. Но будет это, наверное, уже в следующей серии. А на этом пока закончим. Всего хорошего, всем пока!